Добрый день, дорогие друзья! Снова с вами Радик, представитель строительной компании «Илькомиапы». У меня сегодня есть такое предложение к вам. Я хочу проехать по сданным комплексам несколько лет назад, год-два года назад сданный есть комплекс, хочу показать. А также вот новый комплекс, который сдается. Дорогие друзья, перед вами комплекс «Зайнаббал». Комплекс сдан в 2017 году, планировки 4+1, к сожалению, вовнутрь не смогли попасть, потому что у нас все комплексы закрыты, везде у нас видеонаблюдение. La 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 la
У нас комплекс Гала находится в районе Йенишехир. Как видите, идет благоустройство, озеленение территории. Дорогие друзья, вот мы проехали по нескольким комплексам. Вы сами видели, в каком состоянии сдаются, в каком состоянии содержатся эти комплексы. Бассейны, озеленение, все видели, все посмотрели. Дорогие друзья, вы как видели, это вот уборка подъездов, коридоров, также это самое содержание территории, это все входит в Айдат. Айдат на сегодняшний день в среднем 300 лир. У строительной компании ИЛКМЯП на сегодняшний день более 40 сданных комплексов и 30 строительства комплексов. Мы не могли уж все проехать все комплексы, поэтому мы проехали районы Йенишехир и Мезетле. Вам показали сданные комплексы и сдающийся комплекс Гала в районе Йенишехир. Дорогие друзья, я бы хотел вам сказать спасибо за просмотр. Подписывайтесь на нас, пишите, звоните на указанных номерах телефонов.